А теперь я бы хотел пригласить на сцену нашего звездного архитектора и моего хорошего друга Франка Лама. Франк! Франк! Твою мать! Может, он утонул в фонтане шампанским? На помощь! Чтобы построить этот роскошный отель, придется снести наш старинный семейный особняк. Взрывное устройство готово. Осталась одна минута. Твою мать! Этот взрыв не нанесет вреда окружающей среде. Это впечатляет. Дело дрянь. Боб! Я здесь! Черт, брат, я спускаюсь! Хорст! Нет! Скажи что-нибудь! Боб! Мать вашу так! Франк, ты что, прячешься от меня? Мари... Она со мной, Франк. Алло, это Франк Лам. Мэр Хорст убил моего коллегу, а также сотрудницу Министерства охраны природы, госпожу Грун. Нет! Преступник под прицелом! Твою мать! По крайней мере, я сделал все, что мог. Ну, наконец-то!